Ух ты, и снова я, Александр Кривопечный. Ребятка, белые ромашки. Это средние белые ромашки. У нас были крупные ромашки. Но зимой не выжили, наверное, пропали. А эти растут, белые ромашки красивые, красавицы. Растут эти белые ромашки за двором на улице. Ромашка белая. Ромашка белая, лепесточки. Смотри, какая. Маленькая ромашечка. Ну, зато красивая. Ну все, ребятка. Всем пока-пока. До скорого. С вами был Александр Кривопечный. Пока-пока, ребятки.